Художник по костюмам Роман Пестов представил зрителям целую экспозицию своих работ. Это художественный взгляд автора на традиции русского костюма. Обилие тканей, красочная фурнитура, силуэт, крой, орнаменты ручной вышивки. Меня в первую очередь вдохновляют ткани. То есть, если я задумываю образ, то я выхожу на поиски тканей и именно от орнамента, от фактуры ткани как раз-таки и приходит картинка, как это может быть в реальности. Роман Пестов учился в Краснодаре, работал в Москве, создавал сценические образы для самодеятельных коллективов и детских развлекательных и театральных программ. Театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной, концертные костюмы для звезд российской эстрады. Очень оригинально. Видит персонажей русских народных сказок. Здесь он представил свою коллекцию, которую выполнил сам, начиная от эскиза и уже вплоть до полной реализации, да, этих эскизов, сшил замечательные костюмы. Некоторые костюмы уже побывали на сцене, вот теперь представлены на выставке. Другим еще предстоит побывать на подиуме. Вот, например, любимая работа художника – образ Василисы Прекрасной. Очень много для меня лично играет объем костюма, потому что в основном все привыкли делать его узким, тратя на это очень мало ткани. А вот если вы посмотрите, какой здесь объем ткани, то, в общем, понимаете, что сзади огромный шлейф. Вдохновляют художника не только исторические и этнографические источники, но и работы других художников, например, пейзажная живопись. Коллекция картин, собранная Пестовым, представлена здесь же, на выставке, которая продлится до 22 апреля. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.